сейчас я вам покажу, ну, именно те, кто не знает, как сделать озвучку текста. Ну, там, где же другой голос играл, как у Алисы и так далее. Ну, в принципе, это не важно. Я вам просто покажу. Заходим в Google или абсолютно любое приложение. А забиваем озвучка. Озвучка. Вот, озвучка текста. Теперь мы нажимаем на абсолютно любую вот эту. Ну, к примеру, абсолютно любое можно нажать. Вот. К примеру, я озвучиваю в этой штуке. Теперь вот этот текст мы убираем. Ну, сейчас. Летим быстренько сейчас. Конечно, это долго, но ладно. Так. Я, правда, не знаю, сколько тут максимальное слов. Так, уже чуть-чуть осталось. Так. Вот, капля. И все. Вот теперь мы можем напечатать тут абсолютно любое. Так. Ну, тут вам будет, чтобы паузу сделать, это вот сюда, на вот эту паузу нажать. Ну, думаю, вы дальше там разберетесь. Озвучить, тут скачать. Ну, в принципе, тут, думаю, вам будет абсолютно все понятно. Как-то так. Я могу, конечно, сделать еще один что-то туториал. Кстати, скоро делаю арты, так что... Кто? Ну, или как там... Обры, или как там они точно, не знаю, называются. Так что... Всё, всем пока.